куда же нам до вас? Наши мужчины не знали, какой должна быть женщина, пока вы не приехали. О, нет, вы зря так думаете. Ей-богу, если бы вы любому из них сказали словечко, он бы мне мигом поле вспахал. Любому? Нет. Тому на стропилах. Он застенчив. И гусю сказать кыш не решится. А поживее не можешь? Он все просит представить его вам. Вспахать вам поле? Ну да. Ой, смотрите, сейчас что-то будет. Доброе утро. Я Ада Монро. Инман. Инман. Упи Инман. Упи Инман. От повторения лучше не будет. Все зовут просто Инман. Надо же, Инман заговорил. Возьмите сидр, может быть, тогда ваши друзья пялиться перестанут. Вы записались добровольцем, верно? Мы все готовы воевать. А вдруг вас убили? Я больше никогда вас не увижу. Вы сказали, что через несколько лет я даже не вспомню, как вас зовут. Инман. Прошло уже больше 3 лет, но я помню ваше имя. Вам бы лучше уехать в Чарльстон. А кто же тогда вас будет ждать? И вот это. Я тут не улыбаюсь. Я просто не умею улыбаться. Специально. Ада. Что? Дорогой мистер Инман, с тех пор, как вы уехали, нам пришлось изведать немало горестей. Прошлой осенью скончался мой бедный отец. Наша ферма в Черном Логе в запустении. Беда не обошла стороной ни один из домов в этих горах. Все со страхом ждут вестей о том, кто еще погиб. Кто еще не вернется с этой страшной войны. А от вас ни слова. Живы ли вы? Я молю Бога уберечь вас. Солдаты потерпели поражение на фронте, а те, кто остались дома, терпят поражение вдвое более горькое. Он не вернется, вы же знаете. В глубине души вы это понимаете? А я здесь. Я здесь. И многое могу. Я по-прежнему жду вас, как и обещала. Но я осталась одна и просто не знаю, что делать. Мне стыдно принимать помощь тех, кто также живет в бедности. Ада, это Селли. Ада! Посмотри, в каком все запустении. Ну, оставим на крыльце. Да. Она отпустила рабов на волю. И теперь осталась бедняжка ни с чем и ждет возвращения призрака. Если вы воюете, хватит воевать. Если вы на марше, остановитесь. Вернитесь ко мне. Вернитесь ко мне, я умоляю вас. Вернитесь ко мне.